Всем привет! Сегодня будем играть в, не знаю, какого-то малыша в желтом. Я начала с третьей ночи, не знаю почему. Ну, погнали. Поселимся, мне кажется, по полной так. Мы пришли. Что делать? Отдохнуть, посмотреть телевизор. Я не хочу телевизор смотреть. Нафиг. Вот. Что делаешь? Что ты сидишь? Ок. Поезд. Шар. Сейчас я вечеринку устрою. Во, идеально. Сейчас поспишь. Че, шары ловятся? Че? Они реально лопаются, прикольно. Че? О, видишь, как это тут? Что ты так смотришь на меня? Вот идеально. На, уже мячик. Все, пока отдыхать. Спи тут. Так. Что у нас написано? Отдохни, посмотрите. Я даже не успел ничего сделать, блин. Ебать. Тина, что будет все забить несколько? Ты реву, я даже никуда идти. А что ты ревешь? Где же он тут пенная вечеринка? Что делаешь? Все, пока. Отдыхай. Что-нибудь поесть можешь? Да не, что-нибудь поесть, может быть, сырный тост. Ладно. Фэт-вэ. Так, что ты натворила, я теперь не смогу. Сюда приперся. Офигеть. Покормить малыша чудовищ. Ох. Ну и где ты? О. Так. Что-то такие тут другие, по-моему, рисунки. Заяц-чудовище, плачущий дурак. Несколько каких-то ключей. Ничего не понимаю. Сюда, быра. А, нифига, у вас тут потайные, конечно, ходы. А, так, вообще офигел. Так. Пошел. Так, вообще иди сюда. Все, пять. Теперь охладись, иди. Че ты так на меня смотришь так? Давай. Я смогла. Да блин! Что за ребенок? Вроде бы как смогла. Да, смогла. Теперь иди нафиг. Все, пока. Иди нафиг. Бедный тебя вообще взял. Фэт-ви. А что это значит? Я тебя не понимаю. Покормите малыша чудовищ. На. Ну ты, блин, посрешь.
Да, ну что, дебил, дебил. Что, из-за труса, что ли? Так. Ой, иди ты нафиг вообще. Пока. Я ухожу. Блин. А! Короче, как я понимаю... Вот этот мистер крутящая башка. Ой, а что ты на меня пялишься? Ой, иди ты вообще нафиг. Все, я хочу уйти с этой работы. Ну что ты обиделся, то, что тебя пожарило, что ли? Заперт. Открыто же было. Это трусы, что ли, искать? Нет, ничего. Возьмите родительские талисманы. А! Талисман. Извините, дьявол, талисман. Извините, дьявол! Извините! Крыса. Знаешь что, после того, что ты сделал, отправляйся в вечное мытье. Оба. Так, все, отправляйся на жарку после того, что ты сделал. Вот это вот что такое? Это меня будет мама из-за того, что ты сделал, ругать. Это меня она будет ругать, блин. На, это твоя новая спальня. Это твоя новая спальня, еще давай. Да блин! Все, пока. Фига выстрелила. Весело? Дебил, говно. Так, а теперь... Все, ты у нас будешь вместо еды. Ты вот это понимаешь, ну нет, ну вот еды будешь все на. Пока. А я телевизор посмотрю. Короче, он вернулся из холодильника и улетел. Ребенок сам может спать, успокоить и малыша. Как его успокоить, блин? Фиг, у тебя же шарик. Куда ты полетел? Что это такое? Мелкая какая. Все идеально. Доброй ночи. Ему нужно добрая ночь. Не мне день. Побег доступен. Идите за белым кроликом. Убегите от ребенка. Крутяк. Ночь один. Нянька, парабаньки. Малыш, вот о чем ты думаешь. А, ну что, типа заново. Ну ладно, всем пока, ребят. Надеюсь, на этом мы закончим. Ну, видео еще будут, конечно же, так что пока. Па-пам!